Вокруг у Свицова сложилась целая банда спортсменов. Наверное, ее можно назвать самой знаменитой советской бандой, потому что только ее члены снимались в кино. Вот кадры из фильма «Ижорский батальон». Это мы тут развлекаемся. Вот Василия Борисовича расстреливают немцы. Он на коленях там просит простить его за... Вот я, вот Аркадий Романович Ротенберг. Вот он. Нам все равно было кого играть. Нам за это деньги очень хорошие платили. По тем временам мы студенты были, а могли пойти в ресторан «Кавказский», например. А Владимир Владимирович только в «Блокаде» или еще где-то? Ну, мы все вот и в «Блокаде», и в «Ижорском батальоне», еще в каком-то фильме, я сейчас не помню. Путин и Ротенберг не скрывают свой спортивный бэкграунд, но про съемки в кино никогда не говорили. Может быть, потому что в боевики они попали вместе с настоящими плохими парнями. На съемочную площадку их привел все тот же Усвицов.